Здравствуйте, меня зовут Дарья. Моему сыну 4 годика, его зовут Игорь. Нам ставят аутический спектр. У нас отсутствует речь, 6-7 слов. Диалога нету, понимания речи мало, очень-очень мало, такие только стандартные фразы. Нету контакта с детьми, не общается с детьми. В последнее время нету интереса ни к горкам, не играет в игрушки вообще. Никакой имитации, подражания, ничего нету. Вот. Панический страх общения со взрослыми. Не общается на площадке с детьми, нет общих игр никаких. Вот. Самостоятельно не кушает, пьет сам. Вот, в туалет просится, но через раз, когда сам, когда писается, ночью писается. Вот, отказывается ходить по улице долго, просится на ручки. Если не берешь, истерит, садится на пол, конючит и тому подобное. Вот, сегодня 6 сентября 2017 года, сегодня было первое знакомство с Давидом. Вот. Игорь сидел, слушал, пытался увести, отключить, включить мультики, но дослушал. Вот, после общения с Давидом мы покушали, потом пошли спать. Вот, днем мы всегда плохо засыпаем, точнее, я его всегда укачиваю или укладываю, или рядом лежу, он метается со своей кроватки на нашу кровать. Вот. Ночью тоже долго засыпает, в течение 30-40 минут, а то и часа. Вот. Сегодня, после общения с Давидом, вот мы покушали, я ему сказала, пойдем спать, взяла его за ручку, мы пошли на кровать. Он лег на папино место, я его укрыла, закрыла дверь, и он уснул. Очень-очень давно такого не было, если это и бывает, то очень-очень редко. Вот. Он спал сам, без моих укачиваний, без моего присутствия в комнате. Вот, спал долго, около часа потом проснулся, пошел в зал, меня в зале не было, он там посидел минуты 2-3 и пошел опять назад в свое место, поспать дальше. Лег и дальше уснул. Вот, и проспал еще, наверное, около часа. В итоге где-то 2 часа, 2,5 он спал. Я пока занималась своими делами. Вот такие результаты первого дня сеанса и общения с Давидом. Спасибо.